Всем привет! Вы находитесь на секретной космической станции Хоспорта. Это наши экзоколонисты, стратоколони. И давайте без лишних рассусоливаний будем пытаться вспоминать, что мы вообще, собственно говоря, делали. Потому что, если честно, я не помню. Я помню, что мы вышли с вами наружу. Вот она, наружу. И потом, более того, нам родители сказали, что ты, типа, теперь старый. Сколько нам лет-то? 13. Ты старый, можешь, короче говоря, уже сам выходить наружу. Никто из нас против не будет. Это вот... здесь записываются в походы. Давайте попробуем эту механику. Drain pipe. Explore nearby. Survey the plains. Дает много силы, анималистики, дружба с Дусом. Это опять дружба с Дусом. Это опять дружба с Дусом. Но это на Bravery, это на... Тоже Bravery. А это на силу. Давайте попробуем на силу. Как здесь все это происходит, я не знаю, поэтому будем выяснять. А можно ли здесь что-то найти? Вообще, в принципе. The Prosaic Plains. Хорошо, что не Prozac Plains. Так, я не вижу никаких предметов. Я вообще здесь прежде всего для того, чтобы собирать предметы. Которыми потом можно одаривать... Туда я не могу попасть. Значит, предметы есть, но не здесь. Окей. Давайте разговаривать. Когда садился в экспедиционный автобус этим утром, ты не знал, чего ожидать. Значит, к северу от Prosaic Plains. Это у нас утопия. Ни хрена себе. Пласкаттер. Штука для отрезания, собирания вещей. Можешь использовать его для разжигания огня, ну и вообще всего. Круто, огонь. Мы будем в опасности. Вообще это тихая зона, так что не должны. Но ничего не трогай, пока не спросишь меня. Окей. Что ты будешь делать, если увидишь... Что что-то приближается к тебе. Обойду. Молодец. Смотрите, сила растет. Нам не нужны никакие неприятности. А, хорошо, что ты тут, говорит она Дусу. Вы двое зеленых теперь со мной. Будете изучать, значит. Интересно, что только мы с ним вдвоем отправились. Остальные, видимо, с территории колонии выходить вообще не планируют. Окей, команда. Постарайтесь не быть убитыми здесь. Так, а где он в итоге? Дус-то. Или он его здесь... Он не появится здесь. Ладно, хорошо. У нас очень большой стресс. Мы зря, наверное, поперлись с 70 стресса. Но... Небольшой ручей надо пересечь. Давайте. 48 за 3 раунда. Звучит не очень сложно. 3 карты. 3, 3, 4. Минус 15. Остается 33. Плюс 1 к карте справа, да? Плюс 1 к карте справа. 10. 14. Остается 19, но у нас, смотрите, раз, два, уже 13. И мы можем еще впороть. Вот мы уже набрали, по сути. 28, супер гол, окей. Еще плюс один персепшн. Хорошо идет сегодня, кстати. Маленький пруд.
выглядит слишком маленьким, чтобы там могло быть действительно что-то опасное. Плюс один Bravery. Окей. Идем дальше. Time Pass плюс 15 стресс. А, скоро нужно будет домой. Это точно. Давайте с ним поговорим, после этого домой. Эй, Хоспорт. А, хочешь, ну, чтобы я тебе что-нибудь показал? Да, давай. А, не потерялся ли он? А, надо было что-то сказать, короче, но ты не сказал. А, увидели огромное животное. Это Балнаэл, говорит Дус. Они живут в свомпах. А, обычно их здесь не увидишь. Сила. А... Красивые, похожие на птиц существа. Кружат на них по небу, значит. А... Встать и наблюдать. Вы наблюдали прекрасную сцену вместе. Придется идти домой. Вы слишком устали. Юбэк, у меня, по-моему, сотка уже. Стресс, так что... Делать нечего, придется отдыхать. Главное, чтобы сейчас что-нибудь не произошло. Окей. Что у нас там? 100, да. Есть с кем поговорить? О, с ним можно поговорить, смотрите. Мемори. Вы смотрите на Дуса, но его тут нет. Возможно, он отправился в школу сегодня, а возможно и нет. Вы слышите, что какой-то плач, короче, раздается из экспедиционного транспорта. Там вы находите Дуса. Иди отсюда. Ты в порядке? Я в порядке, просто оставь меня. Не хочешь говорить об этом? Почему не хочешь пойти спросить мою сестру? Она такая взрослая, она прям все-все знает. Я просто восприимчивый маленький нытик. Хм, я ненавижу ее. Все думают, что она такая умная, а по-моему, она просто зазнайка. Ненавижу всех здесь. Мне не нравится быть здесь, я хочу остаться один. Ну, оставайся, окей. Ей я все равно это рассказать не могу. Здесь ничего нового нет. Давай попробуем ей рассказать про брата. Нет. Окей, давайте почиллируем на стенах. Я не могу, короче. Плюс 5 ребели. Ну и пожалуйста. Ну и пожалуйста. Минус 100 стресс. Хотите ли забыть? Да, да, да. Вот нулевку. Спасибо. Удалось нулевку забыть. Стресс нулевой. Ну это не страшно, ладно. Так, давайте оббегаем, смотрим. Что к чему? Что у нас с Reasoning 58? Инженеринг 63. Ну это нам никак особо не помогает. У папа не дело. А, очень сильно сопливит сегодня. Эй, дитё, что привело тебя сюда? Папаня, тебе нужен респиратор носить. Да-да, я ношу, не смотри на меня так. Просто решил немного хлебнуть свежего воздуха. Выращивает пикси бинс. Работаем как собаки, короче. Не хочешь сходить на небольшую прогулку? Звучит здорово. Отлично, пойдем. Чуть мне кажется, это плохо закончится. Пожалуй, лучше тебе остаться внутри с таким этим самым. Ты прям как инстанс. Я вспомнил, как мы были молодыми, короче говоря. Она всегда ходила вокруг и совала нос в дела всех людей. Окей, может быть, сейчас не лучшее время, но ты и я, надо будет обязательно посетить внешний мир. Обязательно посетим. Окей. Хорошо.
Опять бревно. Давайте попробуем ему сунуть бревно. Как бы странно это ни звучало. Нет. Понятия не имею, что буду с ним делать, но оно мне нравится. Нет, это не его тема. Хочешь прикольный факт о природе? Hopi Eye Facts. У них одна нога, два хвоста, три желудка и четыре глаза. Отлично. Плюс два биология, плюс два friendship. Если бы ты видел их вместе впятером, если ты увидел, это удача. Окей. У тебя есть что? У меня для тебя ничего подходящего нет, к сожалению. Поучимся или сходим? Давайте все-таки сходим вовне, вовню. Ты чё? Блин, а что вот его может заинтересовать? Может, правда ему бревно? Кристалл вряд ли. Боберфрут тоже вряд ли. Давайте ему попробуем бревно отдать. Тоже не его. Ладно. Давайте сюда попробуем. Ну, просто, чтобы посмотреть, что к чему. А, ну слушайте, мы с вами тут были уже. Так что вряд ли здесь что-то новое появилось. Давайте попробуем здесь что-то решить. Некоторые земли, фармленд, короче, землепашеские, находятся за пределами стены. Можно попробовать что-нибудь посадить. Можно сделать сальвейдж. Плюс один колони фуд. Подождите, а что это значит? У нас нигде ничего не появилось. О, смотрите. Плюс один social card. Плюс два на красный в первом. Плюс один на первом челлендже. Плюс два, да? Давайте вот это поставим. Нужен перк, чтобы открыть. Ладно. А это что такое? А, я понял, это граница территории. Окей. Тебе показалось, что ты кого-то видишь там. Одетый в черный, это дус. Но он как-то низковат для дуса. Может быть, кто-то еще. Ты проморгался, и фигура исчезла. Давайте осмотримся. Плюс 5 стресс, плюс 1 персепшн. Спустился в долину и пошел по другому пути в поисках чего-то. Gained memory, mysterious stranger 1. Ни лагеря, ничего, что можно, ну, что кто-то мог потерять или выбросить. Ни записки со словами «Я видел тебя, подозрительная фигура». Скука. Давайте посмотрим здесь. А вот опять летающая корова. Опять странная какая-то, да? Она пытается... Давайте нажмем. Плюс один живот. Ничего не происходит. Короче, пытался ее перевернуть, помочь, но... Но не помогло. Еще 10 стресс. Короче говоря, она закрутилась вокруг тебя и, походу, улетела. Но... Обрызгала тебя ликвидом, который ты решил считать за молоко. Вон у нее, видите, вымя.
60. Шестьдесят это много. В грязи лежат интересные жуки и прочие сокровища. Залезть в дыру. Выглядит темно. Поглядеть поближе. Сунул руку и... в одну из нор и выяснил, что одна из них, похоже, занята. Воу. Что бы там ни скрывалось, оно не очень доволен, что ты туда лезешь. Что, 85, нам пора домой, боюсь. Я не нашел вообще никаких предметов. Вот это вот меня печалит. Ладно, пойдемте домой. Да. Ну, то есть, ты пока ходишь, ты нарабатываешь определенное количество вот параметров. Брейвери у нас уже до хрена. Reasoning 58. А нам нужно 80, чтобы общаться с нашей подруженцей, поэтому... Думаю, нам с вами предстоит идти учиться. Если тут ни у кого нет других идей, а их нет. Пойдемте учиться. Что ж делать? Инжиниринг, да. Шеф-инженер Инстанс предлагает тебе помочь ей в составлении учебного плана. На самом деле это сможет сделать кто угодно, учитывая то, что... А, нет, просто помочь после учебных занятий. На самом деле это может сделать любой человек, который не полный идиот, потому что там простая задача. Давай. Ты говоришь доктору, что заинтересован в работе. Отстающие дети, короче, у них есть проблемы с congruence иногда. Ты должен помочь, значит, ну, короче, помочь им в обучении вместе с летающим планшетом. Ты знаешь, где классы находятся. Приходи, когда не будешь занят чем-то идиотским, чем обычно занимаются тинейджеры. Unlock tutoring in engineering. Окей, goal 21 за один раунд, да? Ну, это несложно. Хотя, подожди. Если она становится двойкой... Ну вообще ладно, мы все равно его возьмем. Угу. Можно было как-то лучше посчитать, но я, честно говоря, не очень хочу. Плюс 3 инжиниринг, 2 reasoning, 15 стресс и friendship stun. Ты становишься старше. Это магическое время в твоей жизни, полное открытий и возможностей. Когда дети, короче, становятся взрослыми, их тела меняются странным образом. Когда ты был младше, Congruence давала тебе занятия и показывала презентации о подготовке к изменениям в твоем теле, которые будут происходить в эти несколько лет. Какая часть к тебе в большей степени относится? Ну, вот это. Ну, понятно, ладно. Что-то не так. Короче, опять у него воспоминания. Плюс он вспоминает сексуальное образование. В смысле, как это называется это у нас? Половое воспитание или как-то так. Короче, с ним произошло это.
Будем игнорировать. А, все в порядке, все в порядке. Ладно. А, позже в этот день. Ага, окей. У нас теперь собственная задача по стирке белья. Гормоны. У нас появился новый статус. Гормоны. Окей. Добро пожаловать в пубертат, Хоспорт. Спасибо, я один раз это уже проходил, знаете. Второй раз не очень хочет. Но придется. New perk. Shop gadget. New cards in the depot. А что такое депо? Я не понимаю, что такое депо. Где оно находится? Но в любом случае у меня сейчас силы покинут меня. У меня уже сотка стресса. Так что я думаю, что мы сегодня будем расслабляться тут. Ну, конечно, Станген, то что. Она продолжает читать свой холопалм. Короче, какая-то мультицеллюлярная биология. Если хочешь, можешь посидеть со мной. Но делай это тихо, короче. Плюс два френдшип, плюс один ризеринг. Не проблема. Открываешь голопалм, находишь книгу о старой о поэзии древней земли и читаешь ее. Несмотря на то, что танк притихла, она явно довольна твоей компанией. Вот так вот. Минус 100 стресс. Можно забыть, но это мы не будем забывать. Окей. Забываем пока только нулевки. Они нам мешают, остальные в принципе нет. Причем даже не просто только нулевки, а нулевки, у которых нет никаких дополнительных показателей. Опять бревно. Блин, кому можно всучить бревно? Я вот не понимаю. Этому всучили, этой всучили. Ей не понравится точно. Блин, ну давай. Сейчас, подождите. Любит ксена яйца. Кал тоже любит ксена яйца. Тангент любит желтые цветы и медицинские наборы. Дуз, непонятно, что любит, но явно бревна не любит. Марс тоже любит кристалл кластер и бревна не любит. Тэмми непонятно. Окей, она не любит бревна. Никто не любит бревна, слушайте. Бревна грибодрева никто не любит. Прям вообще не один человек. Ну ладно. Reasoning 61. А давайте попробуем этот тьютер. Плюс 3 reasoning. Во, это круто. И стресса дает мало. Congruence учит маленьких детей. Ты ищешь класс, где это происходит. Хорошо, что ты уже здесь, говорит она, когда, явившись через, короче говоря, очень много времени. Короче, уверен, что ты справишься. Если что, спроси Конгрюнс, обратись за помощью. Спасибо, Хоспорт, говорит она тихо. С тех пор, как профессор Хал умер, Конгрюнс и я... Мы вынуждены были стать хреновой ему заменой. Я благодарен тебе за твою помощь. Дети больше всего заинтересованы в играх. Че, нахрен нам читать про это говно? Я просто хочу играть. Смотри. Ты показываешь Нуге, ее зовут Нуга.
Как выглядит видео про спортсбол? Воу! Я могу смотреть, как люди играют в спортсбол в своих руках в любое время. Охренительно! Ну, G6, она полна энергии. Ты смотришь на ее рисунки животных. У его животных у всех есть дополнительные крылья или головы, роботизированные части, лазерные турели. Или шляпки. Подбодрим, конечно. Ты говоришь ей, что она офигенно креативна. Да, эта стрекоза выглядит охренительно с джетпаком. Или кто это? Я не помню точно. Окей. Ну, давайте пройдем. Плюс 10 блю карта, это значит, что, в принципе, дело сделано. Буквально. Ну и давайте вот это. Ага. Плюс 6 резонинг. 67. Слушайте, так мы можем быстро набрать. А, опять фестиваль. Ты пытался стащить вкусняшек до начала фестиваля, но шеф-инженер Инстанс тебе помешала. Всем привет! Добро пожаловать на наш 4-й виртумнолианский фестиваль. Я горжусь, как обычно, стоять вместе с вами тут в качестве вашего губернатора и праздновать еще один год мирной и спокойной жизни на этой прекрасной планете. Вы, должно быть, уже обратили внимание на вашу новую, светящуюся в темноте еду. Это Pixie Beans. Наш первый одомашненный злак виртумнианский. Спасибо за изобретение этого уходит Гераниуму, то есть нашему папане. Он вывел их, значит, для нас. Но в качестве побочного эффекта вы должны сказать ему спасибо и за то, что ваш ночной туалет превращается в лазерное шоу. В световое шоу. Как вы знаете, мы потеряли нашу гидропонику и солнечные какие-то батареи, когда обрушились на эту планету. Ага. Эти Pixie Beans проделали долгий путь, пока не превратились в нечто напоминающее наши зерна. Спасибо всем. Давайте переходить к играм. Давайте Science Fair, как обычно. Плюс 5 loyalty. Научный проект Tangenst монструозно сложный. Она дала 12-минутный спич о Cell Division. По отношению к виртумнианским специям, видимо. Мы же ей подкинули. Прямо через вашу голову. Чем она там вообще занимается, заперевшись в лаборатории на весь день? Инстанс заинтригована. Она задала танк серию вопросов. Окей. Тэмми также подготовилась к этому году. Она... представила какие-то браслеты, каждый из которых иллюстрирует двойную спираль ДНК. Так, 56 надо набрать. Это будет сложно. Но... минус 4 плюс 6. Минус 3 плюс 5. Минус 2 плюс 4. Итого 15, окей. 41. 41 попроще, конечно, наверное. Давайте скинем неподходящие карты в этом раунде. Хотя, может быть, это ошибка. Ну ладно. 27. О! Смотрите-ка. Card becomes 3. Окей, тогда давайте. 3.
6. Подожди, а почему минус 3? 2. Ага. 4. 3. 6. Ах, охренеть! Офигеть! Вот это мы вжарили, конечно. Почти максимум, кстати, набрали. Минус 1 стресс. Ваш проект в этом году это генерация энергии, объяснение путей, по которым колония может генерировать энергию в то время, когда, короче говоря, ядерные реакторы должны быть отключены или должны будут выключиться, не знаю. Вы там проводите, значит, исследование эффективности горения грибодревных полений, снега и, короче говоря, еще. А, какое-то масло, которое вы обнаружили в полях там. Получен статус Popular, Gained Memory, еще один пятерочка. Окей. Время еды. Короче, набрали в итоге Pixie Bean суп, Pixie Bean салат, Pixie Bean чили, даже Pixie Bean Aquafaba Base Desert. Все в ночи полыхает, короче, как рождественская елка. И, как мы выяснили, в туалете тоже будет полыхать. Ты рассовал Pixie Bean все по своей тарелке. Ты на самом деле вообще не хочешь их есть, их больше. Дурацкие бинсы, дурацкие игры, короче, дурацкое все. Каждый день тебя кто-то останавливает и говорит, какие чудесные семена, в общем, изобрели твои родители, все. Жри. Ты бы хотел восстать против этих дурацких зерен, но правда в том, что ты очень голоден для восстания. Смотришь на маму, почему она все время так улыбается? Ну, вот так. О, сейчас начнется пубертат, я понял. Ты пытаешься жрать, чтобы не показывать виду, что ты делаешь это с удовольствием. Окей, на самом деле это вкусно. Как все говорят. Все говорят правду. Да, это еда, еда это здорово. Минус 50 стресс. Ну, у нас так он был нулевой. Чувствуешь себя намного лучше после того, как поел. Угу. Ты в скором времени обнаружил то, о чем говорила Congruence, что твои гормоны, короче говоря, выходят из-под контроля. Окей. Следующий месяц. Новый перк. Автоплей Fairy sometimes plays the best hand for you. Окей. Почему-то ни у кого давно не появлялось ко мне никаких квестов, тем для разговора и так далее. Ну ладно, пойдемте еще туторствовать. Это отличный способ поднять наш ризеринг до 80. Тебе должно быть это лучше известно, Тангент. Ты слышишь голос в лаборатории. Я знаю, что ты старалась, но твоя презумпшн стоила нам 3 месяца работы. Ты не можешь просто взять, короче, изменить параметры эксперимента. Получение результата не то же самое, что делает хорошая наука. Твои открытия, даже интересные с научной точки зрения, бесполезны с точки зрения методологии, если ты нарушаешь эти самые. Извините, шеф-инженер, я поняла свою ошибку. Надеюсь на это. Надеюсь увидеть тебя в лаборатории завтра утром. Я лично займусь твоей работой в воссоздании эксперимента. Второй раз получится лучше или над чем работаешь? Над чем работаешь?
не могу говорить об этом, и я не хочу говорить об этом. Потеря данных была моей ошибкой. Пыталась доказать, что я не маленький ребенок из класса биологии, что я готова тяжело работать. Она всегда мне помогает, короче говоря. Она считает, что я могу быть лучше, чем я есть сейчас. Оно всегда вот так. Я, походу, реально хочу ее впечатлить. Ты это сделаешь. Очень на это надеюсь. Окей. Давайте. 22. Все, серьезно, 22? Раз, два, три, четыре, пять. 27. Экстра. Reasoning у нас 72. Осталось чуть-чуть. Сейчас, если ничего не произойдет, ничего не обновилось, пойдем то же самое делать. Да, ничего не обновилось, так что идем. Я это ненавижу. Не хочу больше заниматься математикой. Это анемона, кстати. Линейная алгебра. Линерал алгебра, говорит она. На самом деле она линер алгебра. Но ты решил ее не исправлять. Я здесь только потому, что моя мама сказала мне, что я должна изучить математику и науку, короче. Короче, если я хочу играть, мне все равно нужны основы науки. Я хочу только играть в спортсбол. Давай я тебе помогу. Плюс один эмпатия, плюс два френдшип с анимоны. Отлично. Но только потому, что это ты, и не потому, что моя мать сказала мне это делать. Ну давай. Попробуем помочь анимоне. 24. 24, 24, 4, 5, 6. Это уже 20. 2, 4, 25. Не хочу минус 1 куда просто. Поэтому вот так. Видите, сколько нам денег навалило. Я, правда, так и не понял, где их тратить. Походу, справа, там, где у нас этот самый... Сейчас покажу вам. Вероятно, тратятся они вот здесь, наверное. Но я туда пойду, знаете, когда? Когда все-таки закончу задачу по набору 80 ризенингов. Поэтому еще один Tutor Children. Это наш путь. В этот раз вообще без всего. Ну, смотрите. Два... 4. 4. 5. 2. Окей, пусть будет так. Не будем рисковать в большей степени. Угу. 80. Отлично. Надеюсь, сейчас ничего не случится. Ага, не случилось. Так, иди сюда. Как продвигаются исследования? Достаточно хорошо, но я признаюсь, наткнулся на какой-то блок. Я уверен, что ответ прямо передо мной. Genius deduction. Плюс 5 during challenges. Но я не могу разгадать, короче говоря, загад. Плюс 2 friendship, плюс 1 reasoning. О, ты великолепен, говорит она. Я только что поняла... Короче, ее только что осенило. Спасибо, что ты еще кто-то на этом тупом камне, кому я могу доверять. Вот. Короче, ее осенило. Подождите.
Наука — это язык обо всем. Даже на этой планете. Ну хорошо, а что у нас по показателям? 76. У меня есть для нее что-то? Нет, у меня нет для нее ничего. Окей. Так. Может, ей фрукт дать? Хотя зачем? Ну ладно, давайте попробуем. Нет, это не то, что ей интересно. Бревно уже некому всучить вообще. А вон еще один. Видите, один отдали, один подобрали. Нормально. Кристалл вот этой нужен. Забирай. Ну, нормально. Так, давайте пробовать искать депо. Вот оно. Сопливое депо. Так. Плюс 30 инжиниринг. Плюс 5 reasoning, плюс 1 to all flashes. Плюс 15 ко всем скиллам. Серьезно? Но у меня нет столько денег. Так. Нет. Давайте мне вот это. Окей. Давайте посмотрим, где оно у нас. Вот, плюс 10 reasoning, плюс 2. Давайте вот так поставим. Нам нужно как-то открыть дополнительные слоты. Не очень понимаю пока как. С ней у нас какой-нибудь новый диалог? Нет, нету никакого нового диалога. Усталость есть. Я хотел выйти наружу, но... У тебя что? Стать хищником. На. Ну, давай. Мы съели по червю. Какие мы молодцы. Ладно, давайте... Давайте сюда опять. Но, правда, у нас опять много стресса, поэтому... Не факт, что мы что-то прям найдем в этот раз, но... Это кто? Какая-то чепираха. Выглядит не опасный, кстати. Но это не факт. Опять бревно сраное. Вот это сраное бревно, оно везде постоянно встречается, но оно нафиг никому не нужно. Зачем оно тогда в принципе? О, какая, смотрите, красотка. Бреверли Чайлдс. Встать прямо перед ней. 47 за 3 раунда. Ну, это, я думаю, мы справимся. 29 за 2 раунда. Ну, давайте так. Осталось 14. Во! Супер гол! Отлично! Плюс 5 кудос, плюс 1 брейвери. Ну, хорошо. Существо прошло мимо вас. Его сильные горилла-руки ступают по земле. Оно, кажется, вас вообще не видит и на вас не смотрит.
Спасибо ему за это. Новый перк. Экстра карт дроу. Окей. Так, вот этот вот цветок. Это для нашей мадамы. Тут есть что? О, еще один, смотрите. У нас прям хреново гора для нее подарков теперь. Целых два. Один, кстати, можно марципану попробовать сучить. Мне кажется, ей понравится. Я вот не знаю, нам нафиг нам туда надо. Нам туда нафиг не надо. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Посмотрим, что мы можем здесь сделать. Попробовать отыскать дорогу. Челлендж Perception. Красный. 47 надо набрать. Смотрите. Раз. 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 Минус 15. Так, теперь 32, да? Два, четыре, четыре, пять. 21. Осталось 11. Так. 5, 3, 3, 2, 2. Отлично. Отлично. Минус один стресс, плюс один персепшн. Нашли путь. Потом вы видите что-то неожиданное. Это что за хрень? Это не выглядит знакомым. Короче, выглядит как облако какое-то. Как снег, который отлетает от этого. Белое на белом, короче. Угу. Есть что подобрать, ребята? Мне предметов бы. Что, прям вообще ничего? Да вы издеваетесь. Не, ну мы цветочков, конечно, понабрали, но так-то в целом обидно. Поиграть в снегу, раскопать, найти другой путь. Давайте раскопаем. Так, опять это животное. У нас 83. Боюсь, нам надолго не хватит. Давайте челлендж Bravery. 47, да? Карта становится... Ага, 2, 2, 2. 12. Так, 35. Карта становится желтой. Хм. Что же здесь делать? 2, 3, 4, 5. Давайте так. 21. Остается 14. Проверка на желтый. У нас желтых ни хрена нет. 1, 2, 3, 4, 5. Ха! Full house. Ну или еще какой-нибудь. Минус 1 стресс, плюс 1 Бреверли. Вы совсем не боитесь. Пруда. Это опять про пруд. Кристаллический кластер. Окей. 97 стресса. Ну все, нам хана. Сейчас мы домой отправимся. Опять бревно. Опять хреново бревно. Еще, смотрите, третий цветочек. Теперь можно с цветочками поэкспериментировать в целом. Попробовать их засунуть сразу куче разных людей. Нет, все, нам пора домой.
У нас не хватит стамины. Больше ни на что. Вопрос еще в том, как быстрее добраться до дома. Я надеюсь, что здесь она хотя бы не прибавляется, эта усталость, когда ты просто бегаешь. Потому что если прибавляется, то это все, это задница. Где телепорт наш? Автобус депо Прозаик Плейнс. Go home. Вы уверены? Да. Я уверен. Вы вернулись, провели месяц в эксплоринге, плюс 3 персепсион, плюс 1 анимал, плюс 1 франшим в издус. Окей. У нас жуткий стресс. Давайте задарим ей цветочек. Держи цветочек. У нее день рождения. Надеюсь, ты... нам тебе понравится. Так, мы теперь, получается, знаем, когда у нее день рождения. Late wed. Вот это нам... Ну, слушайте, ну это чисто на везение. То есть это никак нельзя было... предугадать. Совершенно. Давайте попробуем этой. Сколько у нас... А, мы ее недавно уже, да? Недавно дарили что-то. А у этой что? Мы не знаем, что она любит. Давайте ей попробуем цветочком. О, я люблю цветы. Да, смотрите, ей тоже цветочек подходит. Тебе у меня, по-моему, ничего нет. Да, тебе я ничего не дам. Окей. Здесь что? Эти молчат. Не помню, что ему... Ну, бревно его тоже не заинтересует, так что нет. Отдыхать. Где мы будем отдыхать? Давайте отдыхать здесь, на стене. Ну, Дус опять здесь. Пялится в свой халопат. Он не рисует растения в данный момент. На самом деле он рисует человека. И кого-то, кого ты не знаешь. Отлично выглядит. Он улыбается, типа, спасибо. Я не очень хорош в рисовании его все еще. Это, скорее всего, он того незнакомца рисует. Нет, это мы оставим пока. Вы снова в лаунже. И все немножко нервничают. Тангент и Кал о чем-то активно говорят. И Дус скучает настолько, что даже дает Марс разрисовать ему ногти. Ну понятно, все скучают. Что тут творится? Анимона танцует опасно близко к коллекции, значит, ногтевых этих самых Марс. Эй, смотри. Танцуй где-нибудь в другом месте. Короче. Ну, понятно, у них тут подростковые игрища. Такие дети вы вообще. Хотя кому какая насрать. Постоянно все деретесь, постоянно это самое. Так.
Так, я пока не очень понимаю, к чему все идет. Дети, успокойтесь, там идет это самое. Президентша. Мы слышим вас вообще отовсюду. Ну, успокойтесь, давайте. Окей, все-все. Один, два, три, смотрим на меня. Все заткнулись. Нам нужно украсить классрум. Туалетной бумагой. Давайте сделаем компетишн, окей. К сожалению, вы все чувствуете себя ужасно. Ноги, руки, короче, устали завешивать классрум туалетной бумагой. Окей. Короче говоря, извините, ребята, мы несколько ошибались. Эти ваши пикси-бинс, они не совсем безопасны, чтобы их жрать. Вы чего? Вы кормили нас ядом? Нет, они не то чтобы... Короче, успокойтесь, это не яд. Это химические типа эстроген, тестостерон, из-за чего у вас гормональный сбой у всех у детей. Офигенно, вообще родители молодцы. Если она делает это с детьми, недолго, что она может повлиять и на нас. Больше никто их не ест. Папаня выглядит расстроенным. Флулу была права. Она этим штукам не доверяла, но черт. У нас нет других ресурсов едовых. Так вот. А вот и Глоу наступил. Обратите внимание, у нас Ризалинг уже 91. Правда, из-за карты. Прежде всего, но... Но все же. Че, маман тут? Будь аккуратен. А, ну это она только уже говорила, что типа в это время вот всякая хрень происходит. Надо быть аккуратным. Интересно, я в этот сезон могу... А, нет, ворота закрыты. В этот сезон ворота закрыты. Давайте тогда пойдем натуторим детей. Ну, Г7. Никогда не видела слона, говорит Нуга. Или льва. Ты когда-нибудь видел льва, Хоспорт? Ну, давайте. Зачем вообще Нуге знать названия земных животных, если она их никогда не видела? И не увидит. Мотивируем ее местной фауной. Может быть, так ей будет веселее. Гол 22. Ну, это на самом деле просто. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Куча ризонингов. Эмпати 12 кудос. Что у нас с ризонингами там? 96. Настал следующий год, следующий Glow. Все были уверены, что в этом году тоже кто-то нападет, так что колония очень хорошо подготовилась к этому. Ты собрал светлячков каких-то местных в геопонических гарденах с Калом и Анемоной. Собирал, когда заорали сирены. Твои родители побежали защищать ферму. Говоря, сказав вам оставаться в гринхаусах и сидеть тихо. Серьезно, можно пойти отправиться защищать ворота? Рискнуть, не рискнуть? Давайте рискнем, черт с ним. Такого мы еще не видели. Ты пробрался вниз со стен, столкнулся с огромным Хоуп Аем. Ты удивлен, что эти обычно спокойные животные проявляют агрессию, видимо. И не только Хоупаи. Там, короче, все, я понял, все местные животные в темный сезон становятся опасными. А Хоспорт, короче говоря,
защищайся. Fight tactically. Тут нужен combat 30, у нас combat 0. Fight bravery. Bravery. Давайте. Плюс 20 стресс. Статус injured. Combat challenge. Пройдем ли мы его? А черт с ним, слушайте, все равно помирать. Не, не пройдем. Не, не пройдем, ребят. Походу нас отмудохают сегодня. Возможно, насмерть. Не, ну это нереально, конечно. Так, подождите. Да, интересный поворот, конечно. И что? Короче, мы нас пытались съесть, но, я так понимаю, не смогли. Нужно время, чтобы восстановиться, но доктор Инстанс пропатчил нас этой ночью, короче. Я говорил о тебе оставаться там. Это не просто дикие животные, у них есть план. Поля, свет, окей. Мы должны сказать людям, говорит наш папаня, что мы видели в геопонике. Надо было сказать изначально, я бы не полез. Эй, Рутабага! Слышь? Смотри мне в глаза, засранец. Сколько можно придумывать мне идиотские клички? Что случилось? Ты ранен? Что произошло? Не волнуйся об этом. Иди в кровать, уже поздно, у нас очень много работы по очистке всего этого завтра. Блин, плохо, что я просрал. Надо, получается, комбат качать. Нам 14 лет, окей. Ни хрена, а что с тобой случилось-то? А, ну слушай, тогда же лучше. Предхозпорт, что-то нужно? Мне просто пришел сказать приветики. Плюс 2 френдшип. Ну, привет. Я немного занята сейчас, так что ты не против? Я понял, да. Ну что, у нас ноги, руки целы. Смотрите, все изменились резко. Анемона. А я не помню, что она любит. А, ксеноядра. Ксеноядра у нас нет. Значит, животные зимой превращаются вот в такие опасные хрени. А, смотрите, я мобой подрос. Окей. А родители стареют, кстати? Нет, походу нет. Это наш анималист.
Он тоже любит ксено яйца, у нас их тоже нет. Это марципан. Ну, смотрите. Похорошело. Но все такая же зазноба, я так понимаю. Хочу поговорить с Тангент, потому что она... ну, ты идешь на инжиниринг. Хочу поговорить с Тангент, она никогда не хочет там гулять и тусоваться. Она типа работает над каким-то большим проектом. Ты ведь знаешь об этом, да? Или нет? Ну, вы поняли, ладно. А во что превратилась наша милашка? Она не особо меняется. Привет, Хоспорт, рад тебя видеть. Да, я тоже рад, спасибо. Я рад, что я себя вижу. Пойдемте тусить в доме тогда, скинем стресс до нуля и... Хотя... Да, давайте тусить. Кухня выглядит... Ясно, короче, на ней надо работать. А, на кухне можно работать. А, хотите что-то забыть? Да, вот это хочу забыть, спасибо. А, 14 в этом году. А, твои родители постоянно работают с последней атаки, так что... Вдруг тебе в дверь постучались. Это тетя Сидент, happy birthday, дорогуша. 14, с 14-летием тебя. Спасибо. А, Хоспорт, когда-то я держал тебя в руках как ребенка. Уже в тот момент я знал, что ты особенный. Это важно. Ты становишься молодым человеком. Но я хочу, чтобы ты знал, что я всегда-всегда буду здесь для тебя, как твоя мама и твой папа. То есть ты помрешь скоро, я правильно понимаю? Логику, да? Smart for my age. Спасибо большое, тетя. А, думаю, ты теперь достаточно взрослый, чтобы называть меня тетя Анна, а не тетя Сидент. Ну или просто Анна. Окей. Теперь иди сюда, на тебе обнимашек, короче. С днём рождения, чувак, говорит Анемона, которая появилась здесь. У нее, кстати, обратите внимание, на щеках какие-то... Я не знаю, это то ли это тот шрам, о котором она говорила в свое время, то ли это у нее там типа чешуи какой-то. Ну давай, давай. Радуйся, что ты на 2 года старше меня. Правда, только на несколько месяцев, говорит она. Имеется в виду, что он старше ее и по земному календарю, и по местному. Спасибо. Ясно. Вот какая она стала, Анимонт. Мама. Фу. Хоспорт не хочет слышать такие подробности. А, ничего такого в этом нет. Ну, понятно. Грозы рун. Что такое? Боишься? Нет. Нет, конечно, нет. Просто дерьмо, короче. Я... родилась женщиной, и теперь я очень сильно отличаюсь от своих братьев. Фу. Но ты смотри, смотри, короче. Если что, я тебе жопу надеру в спортсболе, имей в виду. Пока что мы тебе каждый раз надирали жопу в спортсболе. Родители прибыли. Смотрю, день рождения посетители у вас. Спасибо, спасибо, с днем рождения еще раз. Всегда будешь моим ребенком, даже несмотря на то, что ты вырос, и ты не мой ребенок. Ой, Анна, смеется твоя мама. Сентиментальная, как всегда. Но я не знаю, как колония смогла бы управляться без нее. Точно умрет. Точно погибнет. Семья — это нечто большее, чем люди, которые тебя родили, Хоспорт. Не забывай об этом. Да-да.
Мы как раз в Кибербабке видели кочевников, там тоже семья. Семья самая важная и так далее. Ты не хочешь со мной взаимодействовать, скотина, да? Никто не хочет со мной взаимодействовать, несмотря на то, что у меня день рождения был. Ну, понятно, ладно. Что делать? Исследовать? Да, пойдемте исследовать. Мы скинули стресс. Мы герои, героические, плюс один to physical skills. Окей. Мы герои, представляете? Здорово. Plains. Она что-то хочет нам сказать. Эй, чувак. Ты вернулся. Ты с Дусом присмотри, пожалуйста, за остальными здесь. У меня есть, короче, еще дела. Они у меня займут весь день, так что не смогу присмотреть. Конечно. Какой из этих poisonous? Выбрать правильный. Грибы точно. Молодец, да. Отличная работа, сладенький. Ты регулярный свин. Не волнуйся, это комплимент. На земле они используют свиней, чтобы находить, короче, дорогие вкусные грибы. Ясно. Unlock forage in the valley in expeditions. Окей. Так, у нас, я так понимаю, ни хрена не восстановилось. То есть мы... А, нет. Нас опять заперли. Нифига себе поворот. А какого хрена? Это просто, чтобы я не смог далеко уйти, да? Или что? Я не понимаю. Я думал исследовать дальше, а меня, получается, заперли здесь. Массивный какой-то хвост прополз мимо нас. Стоять спокойно, бежать. Стоять спокойно. Замираете в ужасе, смотря на то, что там идет. Можете почувствовать тень. Короче, видите тень, и кто-то тяжелый, с массивными ногами, шагает мимо. Mysterious Stranger 2. Нифига себе. Причем даже проверки никакой не потребовалось. Опять бревно. Сколько можно? Там Дус впереди. Скука! Никаких приключений нет, которые он мог бы... О, кристалл! Никаких приключений нет, которые он мог бы приключать, и поэтому ему скучно. Так, что тут? Поискать место. Силовая тренировка. Хорошо. У нас силовухи нет вообще. Не повезло. Становится красным. Но это нам бесполезно. 4, 5, 3. Тридцать пять. Давайте. Два, три, четыре, пять. Минус 23. Остается 12. Но это намного проще, конечно. Два, три, раз, два. Отлично. Победюкали. Скиллы, правда, не изменились. А, плюс 2 персепсион. Плюс один Бреверли, окей. Половина стресса уже все. А, там опять бревно. Нахрен мне столько бревен, я скоро пилораму смогу открыть. Блин, надо заканчивать вообще. Давайте, ладно, давайте сейчас, значит, закончим эту экспедицию. Здорово, зверь. Здорово, здорово. 47 за 3 раунда, это легко. 5, 5, 5. Сходу 21 взяли. Два, четыре, четыре, пять. 22. Осталось 4, но мы сделаем поболее. Давайте делать что? 3. Нет, подожди. 3, 3, 4, 5, 5.
Супергол. Угу. Плюс один Бреверли. Плюс один Бреверли еще. А, огромная животина. Спокойно уходит, нас не трогает. Мы молодцы. А, цветочков нет? Мне бы пригодились. Но нет, цветочков нет. Она, главное, так сказала, типа, присмотри за остальными. А за кем здесь присматривают? У нас сейчас силы закончатся. А, давайте... Локт? Ну хорошо. Это у нас проверка на желтые, а желтых нет. Но мы все равно справимся, это не проблема. В оках. Ха! Набрали максимум, кстати. Из возможного. А вы совсем не боитесь какого-то пруда. Ну, понятно, это мы уже видели. Получили кристалл. Получили дерево. У нас все. У нас уже нет возможности проходить какие-то испытания. Так что мы можем только поискать здесь какие-нибудь предметы, если они здесь есть. И все. И после этого придется валить домой. К сожалению, опять мы далеко не ушли, получается. Никаких растений, цветочков. Ну да, ничего нет. Ладно. В целом неплохо сгоняли, конечно. Но получили маловато. Можно было больше. Мне кажется. Но что самое главное, я вот не очень понимаю, а как нам снизить стресс? То есть, с таким стрессом мы ни одну локацию никогда не сможем исследовать. Просто невозможно. Вот как выглядит их автобус этот, видите? Вот, я даже подниму, чтобы из него сделать стоп-кадр. Да. Угу. Персепсион, анималсы. Персепсион, кстати, 33 уже. Ризонинг 96. Так, давайте. Сейчас никаких событий не будет. Поднимем новый перк. Highlight collectibles. All collectibles glow. Что это значит? Collectibles. Все glow. Не знаю, что это значит. Поговорить опять не с кем. Это уже становится дурной традицией, честно говоря. Да, в натуре не с кем поговорить. Вон кристалл еще один. Держите кристалл. Тебе нравятся они? А для тебя, мне кажется, у нас ничего нет. А нет, есть цветочек, держи. Плюс два friendship. Не любит она это. Так, а что у нас с ней там вообще? 84 из 100, ни хрена себе. Давайте еще вот это сделаем. Пойдем ланчевать, в смысле жрать. Ты же не ел ни хрена. Она все пытается ее вытащить. Ты что там читаешь? Это более важное, чем я? Хм. Просто кое-что по работе. Это действительно интересно. Я не знала, что Доктор Инстанс была так, ну, так хорошо издавалась, короче говоря, на Земле. Тоже усесться читать. Увидел много слов. Рекомбинизм, тропизм, RNA, протеин и так далее.
Не смотри на меня, я тоже ни хрена не понимаю. Я тоже, я уверена. А, звучит скучно, короче. Короче, пойдем жрать. Так, ладно. 26. Car becomes 3. 5, 4, 3. 3. Да, вот это плохо. 1, 2, 3, 4. Все равно, да? Это плохо. 4, 4, 4. 3, 3. Ну, мы, конечно, победили, но очень плохо. Ризонингов дофига получили, окей. Что у нас здесь? 100 из 100. Может, какой-то специальный диалог будет? О, Хоспорт, я просто сделал небольшой перерыв. Устала? Да, говорит, не спала прошлой ночью и ночь до этого. Работала над чем-то по биологическому классу. Ты не спала 2 дня? Скорее 3. Но, как я и сказала, я устала. Даже у моего прокачанного тела есть свои это самое. Лимиты. Мне не нужно спать так много, как большая часть людей. Ты знаешь, ДНК, короче, мне подправили. Холод, добавь в расписание. Спать ночь 23 на 3 часа. Вот это должно помочь. Нам тоже нужен отдых. Я понял. У меня для нее ни хрена нет. Так что, да. Так что да, восстановимся и переходим на следующую, так сказать, серию с новыми силами. Ничего в этом месте не произошло. Такая вот история. Нет, это я забывать не буду. Хоспорт, нам нужно тебе кое-что сказать. Мы пытались уберегать тебя от некоторых вещей, но мы думаем, что тебе нужно знать, почему мы так тяжко работаем в геопонике. Будет митинг после ланча, и я хочу, чтобы ты пришел. Да, хорошо. Значит, мы в Council Room. Не буду выбирать выражение, видимо. Все наши попытки выращивать еду на геопонике провалились. В том числе кажущийся успех с Pixie Beans. Разрушение зерен при последней атаке. Короче, это мы близки к кончине. К концу года колонии нечего будет жрать. То есть все, жопа? Боюсь, что так. Даже с тем рационом, без... Ну, короче говоря, наша провизия закончится к wet season. Ну, мы перепробовали кучу всего, но... мне жаль. Геопоника будет лучше работать с текущего момента. Нужно что-то, короче говоря, сделать с нашим соевым рационом. Во время прохода через Wormhole мы потеряли геопоники в огромном количестве. Я знаю, я говорил это много раз, но наши зерна, короче... просто здесь не растут.
Нам нужен эти Алгая Танкс, микробиальные какие-то солнечные батареи из Земли. Это не ошибка моей мамочки. Она тяжело работала, короче, чтобы все это избежать. Чем будем делать, спрашивает Инстанс. Ждать смерти не вариант. Нет, не вариант. Нам нужно защитить ресурсы еды в этом году. Перед тем, как наш рацион закончится. Будем удвоенно работать в геопонике, но этого недостаточно. Нам нужно больше людей на плантациях и всем остальном. Больше рук. А я могу пригнать обратно сурвейворов, сфокусироваться на сажательстве. Ну, нужно сделать шаг в будущее, короче, говорит она. Я понял, теперь мы с вами будем ходить... будем ходить заниматься овощами, потому что без этого, походу, колонии кирдык. Бревно. А это все болеет. Носи маску. И прятать такое прелестное личико? Да, прятать такое прелестное личико. Что, это правда? Ладно. Окей, значит, мы с вами идем на гидропонику в следующий раз. Будем сажать, выращивать, все такое. На сегодня все. Вы были на секретной космической станции Хоспорта. Я Хоспорт. Это космос. Не совсем открытый. И мы с вами пытаемся здесь, в этом космосе, выжить. Нам уже 14 лет, на секундочку. Мы взрослый дядька практически. Все. До следующей встречи. И, собственно говоря, удачи вам, счастья, здоровья и всего такого. Пока.